вперед за прекрасными ногами Марии Шараповой. Где сейчас эти ножки? На выходных утопали в песке на Гавайях. Мария успела отдохнуть даже за 2 дня. Насладилась видами, погуляла. Гулять с ней задача не из легких. Маша тренируется даже по дороге. Экс-первая ракетка готовится к Ролан-Гаррос. Совсем себя не щадит. Подкачанная, статная, рядом с ней явно потерялась Виктория Бекхэм. Возлюбленный Александр Гилкс какой-то хрупкий, еще и спит в пижаме. Но сибирячки все равно завидуют. Раньше Гилкс встречался с Пипой Миддлтон. За ним нужен глаз да глаз. На этот случай у Маши вторая пара глаз на босоножках. Но поссориться с ней только рады. Пусть покричит, ведь крик сибирячки легендарный. Децибел. Сравним с мотоциклом, проезжающим под окном. Сирена Уильямс кричит на 85 децибел, как шумит газонокосилка во дворе. Но на оскаровской вечеринке Мария и Сирена сошлись в звенящей тишине. Серебряный призер Олимпийских игр, пятикратная победительница турниров «Большого шлема». Ваш пульс учащается? Нет, а теперь... Это пляжная фотосессия Марии Шараповой в 2006-м. С тех пор ее стали считать самой сексуальной спортсменкой мира. И сегодня она все так же хороша. Марии Шараповой исполняется 32. Прошла походкой смелою, милей улыбки нет и красотой волшебной.